Виктор Назаров просит федеральный центр помочь установить, кто же все-таки портит воздух в городе. И своими силами чиновники и надзорные организации не справляются. Так, губернатор просит министра природных ресурсов Сергея Донского направить в регион квалифицированных специалистов, которые установят источник загрязнения. Глава региона заметил, что предприятия, которых подозревают в выбросах, скорее всего, относятся к организациям федерального уровня надзора под контрольным управлению Росприроднадзора по Омской области. Также глава региона просит увеличить и количество стационарных постов наблюдения как в самом городе, так и районах области. Напомним, первые сообщения и жалобы на сильный запах газа появились в Омске еще 17 февраля. После многочисленных проверок специалисты установили, что предельно допустимые концентрации тил меркаптана в атмосфере превышены в 400 раз. Виновника выбросов ищут до сих пор.